идея, вот четыре вратаря сейчас в сборной, насколько сложно тренироваться вчетвером, и вы себя, вот, ну как ощущаете, третий, четвертый номер, есть шанс у вас сыграть в матчах на самом сильном? Ну, шансы, я так понимаю, у меня минимальные сыграть в этих матчах, вот. Можно сказать, карт-бланш, поскольку сейчас все находятся в отпуске, и как по мне, так я, наверное, сейчас как четвертый вратарь. Вот. И, ну, соответственно, просто случись что-то, допустим, там с тем же Гили, Шуни, не знаю, с кем-нибудь, то пришлось бы выдергивать всех, как сказал наш тренер, там, с Карибских островов, условно. То есть в этом плане как бы идет некая перестраховка, чуть больше обычного вратарей. Нам самому на Карибских островах не хочется? Да нет, пока нет. Ну просто странная ситуация. Не странная, точнее, а как вот вы себя ощущаете? То есть вы в отпуске, у вас получается немножко меньше отпуска, это бесполезно, по большому счету. Да нет, я здесь ничего странного не вижу, и мне наоборот очень горд и рад находиться здесь. Точно полезно, я вам говорю. Точно полезно. Еще вопросы. Финал Лиги Чемпионов вчера смотрели, да? Ну, естественно. Какие эмоции остались? Многие говорят, скучная игра очень. Ну, такая, знаете, местами, да, то есть 15 минут какого-то спокойствия, там кто-то там с вами в половине поля катает мяч. Не знаю, но в целом ничего, как бы хорошая игра, то есть рад за Ливерпуль, скажем так, да, больше за Клоппа, вот эти 6 поражений в финале, о которых так много говорили. Лучший игрок матча Алисон? Ну, очень надежно сыграл, да, то есть без ошибок, и я считаю, что это, да, один из лучших. Вообще, можно сказать, что он сейчас лучший в этом мире? Сложно сказать. Ну, я думаю, да, один из, скажем так. Еще? Свой вызов в сборную связываете с приходом Кафанова в Ростов, потому что известно, что он так влияет очень сильно на батареи, и насколько вот ощутили работу с ним? Ну, безусловно, очень квалифицированный тренер, один из лучших у нас в России, может быть, даже лучший. То есть, поэтому, я думаю, пошло только на пользу, соответственно.